Всем привет, уважаемые друзья, уважаемые подписчики канала Республика. Сегодня мы с нашим оператором Дмитрием вышли на опрос, чтобы узнать у жителей, устраивает ли их зарплата. Погнали. Скажите, у вас устраивает ваша зарплата? У меня пенсия, мне все хватает. Не буду отключать. Вот, не все идут на контакт? Нет. А какая должна быть зарплата, как вы считаете? Ну, хотя бы 50 тысяч в месяц. Вас устраивает ваша зарплата? Нет. Как вы считаете... Никого не устраивает. Как вы считаете, какая зарплата должна быть? Ну, с нашими ценами на продукты, я думаю, оно минимально, ну, 1050, наверное, 70. А если есть дети, то и более. То есть дети тоже, и одеть, и прокормить их, это тяжело. Вас устраивает ваша зарплата? Да. Если не секрет, какая зарплата? Скажу. Ну, довольно. Скажите, вас устраивает ваша зарплата? Ну, нормальная. Ага. А вообще какая зарплата должна быть? Выше, наверное, 80 тысяч. Здравствуйте. Опрос проводим. Скажите... Так, не убегаем. Да, вопрос простой. Скажите, вас устраивает ваша зарплата? Да, устраивает. А вообще какая должна быть зарплата? Ну, не знаю, минимум как 20-30. Да, устраивает. А вообще какая должна быть, ну, оптимальная зарплата, чтобы так на все хватало? В среднем от 100 тысяч, я думаю. Как вы считаете, какая должна быть зарплата, чтобы на все хватало? Достойная. Какая должна быть зарплата, чтобы, ну, на все хватало? Ну, в Туве, наверное, это рублей 150 тысяч. Как вы считаете, какая должна быть зарплата, чтобы на все хватало? Ну, хотя бы 1100 максимум. С нашими ценами, это точно. Устраивает ли вас ваша зарплата? Конечно. Так, и следующий вопрос. Какая должна быть зарплата? Хорошая. Ну, хорошая – это понятие растяжимое. Ну, сколько там? 50 тысяч? 200. Да. Скажите, вас устраивает ваша зарплата? Да. Какая зарплата должна быть? На все хватало? На все хватает, наверное, 700 тысяч, наверное. 700? Ну, работал так-то. Устраивало. Ну, устраивало. Да. А вообще, как ты считаешь, какая должна быть зарплата, чтобы, ну, реально, вот, на все хватало? Ну, говори, как думаешь. Ну, больше 150 тысяч. Больше 70 тысяч. Что вас устраивает ваша зарплата? Да. Ага. А еще один вопрос. Как вы считаете, какая должна быть зарплата, чтобы вот реально на все хватало? Ну, примерно 150. Устраивает это такой вопрос. Хотелось бы больше. Ага. И насколько больше, какую зарплату, ну, реально бы вам хватило, чтобы, ну, на все? Ну, хотя бы минимально 300. Мало, мало мне. Как считаете, какой должен быть доход, чтобы на все хватало? Ну, где-то 100 тысяч с чем-то. Ну, на все хватило. А это на одного человека? Да. Какой вы считаете доход должен быть, чтобы на все хватало? Не знаю, 1100. Ну что, вот мы провели опрос на площади, именуемой как Арбат в городе Кызыле. Поинтересовались у жителей, какая должна быть достойная зарплата. Ответы были на самом деле разные. Кто-то доходил до абсурда и говорил, что, ну, 1700. А в целом склоняется от 50 до 150 тысяч, что считает, вот это достойная зарплата, чтобы на все хватало в наши дни. Зарплата многих не устраивает. Что же думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях, оставляйте свое мнение, распространяйте наше видео, ставьте лайки. На этом все. С вами был Денисов Денис. Пока-пока.